читальном зале библиотеки в этот раз не тихо. Здесь отмечают День семьи, любви и верности. Праздник начался с исполнения крымско-татарского национального танца. Общественный деятель Камиль Аметов рассказал детям о крымско-татарских семейных традициях, раскрыл секрет своей счастливой семьи. Ведь в этом году Камиль Аметов со своей женой отметит 50-летний юбилей совместной жизни. Нужно всегда находить понимание в семье. Если есть взаимное понимание, то все дела могут получиться. Самое главное, нужно делать какие-то уступки своей супруге или же наоборот. Ведь мы же не можем все проблемы решать в одночасье. После началась экскурсия по крымско-татарскому дому. Дети погрузились в быт 18 века, уселись на старинный сет-диван, увидели древнюю кофемолку и с интересом слушают, как готовят национальный напиток крымских татар – ароматный кофе. Самое главное – это семья. Дети первые знания получают именно в семье, от родителей. Изучают родной язык, получают воспитание и стремление познавать окружающий мир. День семьи, любви и верности в нашей стране был учрежден в 2008 году. Праздник молодой, ему всего 11 лет. А в Крыму его отмечают в пятый раз, и он все больше набирает популярность. Вот так. Крутили кофе. А пока крутили кофе, рассказывали истории. Пришел черед и конкурсам. Дети поделились на две команды. Их задача правильно и быстро накрыть стол для своих родителей. В завершении праздника участников наградили сладкими подарками и все вместе исполнили песню «Карымда Яша». Султанис Такаева, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет».